3:57, 12 октября 2012 год, в общем, осень. И вот в такую холодную погоду осеннюю заниматься вообще сложновато. Мышцы как бы не в полную силу работают. То есть не выкладываются так, как надо. Поэтому каждый подход, каждый повтор, он дается не так, как летом, когда жарко, когда солнышко печет. Ну ладно, это так, к слову. Редкий, достаточно ясный осенний день. Достаточно редко осенью, чтобы было такое ясное небо.